Ну, этим всем. Пока слушала. Жанр когда-то мне казался прекрасным и светом. Но нет, хватит, до свидания, хип-хоп-фестивали и бэтлы. До свидания, статьи на Рупру и прочие прелести жизни. До свидания, я смотрю теперь на жизнь сквозь призму оголтелого панк-рока, и больше мне с вами не по пути. Я знаю, многие из вас хотели, чтоб я смог уйти, и желательно побыстрее, и я смогу, поверьте. Я не буду рубиться в этом жанре до самой смерти. Я сделаю это прямо сейчас, под негодующие крики фанатов. Я уйду отсюда, как патологоанатом. Я наконец-то вскрою тело этого жанра. А вы будете здесь по-прежнему, да, динозавры. Этого прекрасного стиля выступает сегодня тоже в Питере. На Ониксе наверняка слегка побольше зрителей. Но вот, я настал, наконец-то. Настал тот момент, чтобы зажечь не по-детски и объявить всем, что я читаю хреново, и отрицать это нелепо. Я ухожу из рэпа, но шоу должно продолжаться во что бы то ни стало. Ну что, дадим металла? Show must go low! Show must go on. Show must go on. Show must go on. Это то ли хреновая карма, то ли чей-то злой юмор, но постоянно на концертах рвутся струны. Мы снова поменяли комплект, и никакого эффекта. Вот посмотрите, у меня запасного нету. Максим сейчас поменяет все это ловко и быстро. Но не прямо сейчас. Сейчас он будет классным артистом, играющим на клавишах спиженные с Queen партии прекрасные. Вам ясно или не ясно, что здесь прекрасно? Здесь отличное настроение абсолютно у всех посетивших это выступление. Да, это зомбеж, и это отнюдь не ложь. Если тебе не нравится, то ты сейчас отсюда уйдешь. Перед этим заблюешь всю эту сцену, потому что негативные вибрации, которые у меня в голове, по-прежнему могли остаться от тех времен, когда я рэпом еще занимался. Они тебя найдут, где бы ты от них не скрывался. И главная мысль этого фристайла все-таки такова. Я понимаю, да, там фестивали, Питер, Москва, первые места, охуенный фристайл, но настало время в этом стиле закрыть уже свои уста и никогда не размыкать. Итак, я ухожу из рыбчины. Хватит, на это есть разные причины. И всех раскрывать не будем, споем лучше припев еще раз. Во весь голос, must go on. Show must go on. Show must go on. Show must go on. Show must go on. Слушайте, офигеть, конечно, я поняла про то, что это фристайл, как бы у меня сразу такой, в смысле, это фристайл? Про то, что когда он вот эту струну сам оттянул и обратился к вот чуваку, который там был, собственно, клавишник у нас. Так, нам прислали донатик. Абба, Гуф Пролета, привет, привет, Абба, спасибо, спасибо огромное. Вот, летит еще один донатик. Вот, спасибошка большое, Гуф. Гуф, Гуф. Вот, блин, ну, собственно, вообще красавчик, я вам хочу сказать, Нойз. А мне вот еще, кстати, такой момент, вот касательно здесь, в клипе этого концерта, то есть вот зрители были в курсе, что, то есть это фристайл вот прям вот здесь и сейчас именно по факту был, или все-таки, ну, как бы, хотя, в смысле, как может быть иначе, типа, или заготовка, да?
Если заготовка, это уже типа не фристайл, чё? Сама спросила, сама ответила, правильно? Ну правильно я понимаю, а? Альшки нет. То есть я к тому, что как бы зрители, которые были в зале, они, то есть, наверняка были не в курсе касательно того, что это, ну, что будет вот такой фристайл, да? Боцман, привет, привет, рада тебя видеть, давненько тебя не было. Ай, ты посмотри, уточнитель. Так, слушай, я помню, что ты там вроде как бы такой вот моментик обозначил, что я как-то что-то у тебя не спросила. Ваш Тап, скажи, пожалуйста, а как тебя зовут? Вот чтобы я к тебе вот лично, персонально обращалась, и мне так будет тоже лучше и проще. Бесплатный стиль. Я ухожу из рэпа, ну красавчик. Сколько я была на концертах, это не особо запланировано. То есть вообще как бы в принципе наверняка, да, не планируется вроде как, ну, в принципе по программе, наверное, да, то есть как бы вот зритель приходит, а, окей, ну, примерно все ясно. Ну, опять же, хотя он не знает, что там будет. Но, блин, ну, круто. И что ты ответил, Даниил, наш дорогой, тем, кто тебя зовет пить пиво? Ты что же, ты, мне кажется, ты забухиваешь каждый эфир у нас просто. Стас, привет, я с тобой тоже не поздоровалась, хотя видела, простите, я сегодня в какой-то абстракции нахожусь, мне кажется. Так, да, что по оценкам скажете? Ну, я не скажу, что... Прям, может быть, именно вот здесь по звучанию как-то мне все понравилось. Но касательно, слушайте, касательно вообще фристайла, может быть, я не встречалась еще с какими-то артистами, которые мы слушали и слышали, да, которые так фристайлили легко, что, блин, ты не сразу даже сообразишь и поймешь, что это. То есть, как бы придумано здесь и сейчас, да, или нет. Но касательно этого, ну, не знаю, красавчик. Вообще красавчик. Попробуйте сразу сходу по рифме, в рифму сразу все это вот, не знаю, все, что видишь, и наговорить. Так, 8,2 вы ставите. Как бы я... Ну ладно, пусть так, в принципе... То я, чтобы возражать тут касательно того, что что-то фристайл не зашел. Боцман, прошу прощения, я тебя поздравляю с днем рождения, и вообще от всей души тебе желаю здоровья, самое главное, исполнения всего, что ты только хочешь и себе желаешь. Вот, присылай любой трек, мы прямо от тебя любой трек послушаем в честь твоего дня рождения.